Франкфурт на Майне. Падение курса доллара вызывает лихорадку на валютных биржах. Лондон. Драка на карнавале в Ноттинг-Хилл, вызванная расовыми волнениями. Монако. Традиционные автогонки. Вена. Переговоры стран-экспортеров нефти ОПЕК по поводу повышения цен на нефть. Ближний Восток. Дети – трагические жертвы военных действий. Лондон. В 71 год приходится зарабатывать на жизнь довольно необычным способом. Италия. Молодежь протестует против возрождения фашизма. Она требует права на труд. Римская полиция испытывает броню вновь сконструированных автомобилей для борьбы с террористами. Токио. Бывший премьер-министр Японии Танака обвинен в получении взяток от авиакомпании Lockheed. Лондон. Иностранные туристы спешат обменять валюту в связи с резким падением курса доллара. Италия. Похороны молодого коммуниста, жертвы неофашистского террора. Федеративная Республика Германии. Арест террористов из группы Бадер-Майнхоф. Испания. Разгон антиправительственной демонстрации в Барселоне. По сообщению агентства Associated Press, премьер-министр Бельгии Тиндеманс заявил: «Я убежден, что валютные неурядицы – одна из главных причин нынешнего международного экономического кризиса. Они вызывают ряд осложнений в международной торговле, которые завтра могут привести к торговой войне». Наденька. Здравствуйте, Владимир Васильевич, с приездом. А вы, как всегда, прекрасно выглядите. Вот вам за это. Ой, спасибо.
У себя? Да, сердитый сегодня. Моему дорогому и любимому учителю. Хватит приятельствовать. Гералд Трибюн, заместитель министра Сергей Савельев и председатель внешнеторгового объединения Иван Овчинников на рауте в Вашингтоне. Ну и рожа. Постарел. От моего Викаса ничего нет? С утра тебя спрашивал Сергей Андреевич. И зайди к нему. Потом поговорим. Заполучить в торговые партнеры такого крупного бизнесмена, как Викас, чрезвычайно важно. Это важно как экономически, так и политически. Это заставило бы многих дельцов такого ранга, отбросив осторожность, попытаться не упустить момента. Отсюда вывод. Викас особый случай. Надеемся на твою находчивость и политический такт, Владимир Васильевич. Это все? Thank you. Благодарю. General Oil phoned. Звонили из General Oil. Приглашают на совещание. Что мы ответим? Передайте телекс Казакову. Сообщите, что мы решили вылететь в Москву на переговоры. И постарайтесь, пожалуйста, чтобы эта новость не попала в прессу. А вы уверены, что вы хотите лететь в Москву? Я знаю, что вы не любите русских, но вам понравится эта страна, держу пари. Как отнесется к вашей поездке в Россию, Дженерал? Вы трусите, а на вас это не похоже. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности. В таком состоянии вам нельзя покидать нашу клинику. Профессор, за эти 10 дней вы выкачали у меня 8 тысяч долларов. Одна эта мысль делает меня бесконечно больным. Что скажете, док? Ему нельзя покидать нашу клинику. Впрочем, вы правы. Придется появиться у Дженерал. Черт побери, не хочется лететь через океан. Ну да ладно. Они должны сделать вывод, что я действительно их боюсь. Почему нет мистера Викаса? Он прилетает через несколько минут. До его прихода необходимо кое-что обсудить. Викас по-прежнему ищет приложение своих капиталов в странах Восточного блока. Разве нельзя обойтись без его капиталов? Дело не в капиталах Викаса, господа. Благодаря дальновидным политикам, русские не получили режима наибольшего благоприятствования в торговле. Наша поправка в Сенате – это прежде всего стремление сдержать нарастающую мощь русских. Нельзя позволить, чтобы благодаря американским деньгам и технологиям Россия опередила бы нас экономически и, как следствие, усилила бы свое политическое влияние. Если мы не торгуем с русскими, с ними будут торговать японцы и немцы. Все, кто может предложить им крупные сделки.
Как только мы будем зависеть от их сырья, настанут очень тяжелые времена. В руках у Советов будут важнейшие стратегические экраны, и они смогут диктовать свои политические условия. А японцы? А немцы? Оставьте. Ни немцы, ни японцы сегодня не определяют мировую политику. Если русские им перекроют шланги, то к кому они придут? К нам, естественно. Это вам. Ой, спасибо. Ой, ловца и зверь бежит. Здравствуй, Сергей Андреевич. Здравствуй, здравствуй. Без твоих штучек не можешь. Осмелюсь доложить, все в порядке. 10 миллионов долларов... Я уже знаю, знаю. Тут с твоим капиталистом вот какое дело. Ну-ка, зайдем ко мне. Мне звонил Рябинин. Это секретарь Нижнепечерского обкома. Станцию твою хотят закрыть. Там мощный химический комбинат строится. Станция твоя кому-то мешает. Но я пытался договориться, но не получается. Сергей Андреевич, по-моему, это абсурд. Викас должен приехать со дня на день. Он намерен купить лицензию. Я это чувствую. Когда это там комбинат возведут, а разрушить проще простого. Это же нерентабельно, по-моему. Да нет, 160 миллионов не шуточная сделка. Неужели нельзя договориться с министерством? Я ему примерно то же самое говорил. Сергей Андреевич, я вас прошу. Пусть повременят. Подождем приезда Викаса. Мы не можем упускать эту сделку, понимаете? Не можем. Они что, с ума посходили? Договоримся так. Завтра открытие выставки. Я сейчас еду в Сокольники. Давай-ка со мной. По дороге мы захватим Рябинина. Я с ним уже договорился. Попробуем. Да поймите вы, товарищ Казаков, станция газификации уже отслужила свой срок. Ведь она работает уже 30 лет. А сейчас она просто мешает. Мешает созданию территориально-промышленного комплекса. Почему остановились именно на вашей станции? Ландшафт очень похож на американский. Во-вторых, запасы бурого угля там на многие десятки лет. Закрыв станцию, вы практически закопаете огромные капиталы. И это вы называете государственным подходом? Здравствуйте, Сергей Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас, товарищ. Пожалуйста, экспонат надо выдвинуть на первый план. Хорошо, Сергей Андреевич. Энергия дорожает. Насколько мне известно, пока что это самый дешевый способ добычи энергии. Через 10-20 лет мы будем локти кусать, что не разрабатывали его сегодня. Прекратим полемику. Сколько вы можете заработать на нашей станции? Около 200 миллионов. Это крупная сделка, Евгений Александрович. Для нас это не сумма. Ну вот, допустим, расположена станция. Взгляните. Здесь открыт газ. Здесь открыта нефть. Здесь разведаны большие запасы руды. Здесь находится станция газификации, и к ней подведены все коммуникации. И я понимаю министерство, требующее у меня эту территорию. Это уже не ваши 200 миллионов, а значительно больше. Вот это, по-моему, и есть государственная точка зрения. Извините. Вот так-то. Знаешь, Женя, хорошо, что ты приехал. Мы не можем навязывать тебе свои рекомендации. Очевидно, ты прав. Сергей Андреевич, завтра в 11? Да-да, я помню. И не забудьте наточить ножницы. Очевидно, ты прав, и мы тебе поможем. Есть одна идея. Она носится в воздухе. План тебе пересматривать никто не даст. Средств на создание твоего промышленного комплекса... Не будем на это закрывать глаза. Дай бог, ты получишь в следующей пятилетке, а? Да, вероятно. А что, если мы заинтересуем Викаса?
естественно, начав с газификации, а? Он увидит огромный край с идеальными сырьевыми ресурсами и поможет тебе создать мощный промышленный комплекс. Это значит, что с его помощью мы строим самые современные заводы по переработке промышленного сырья, платим ему частью готовой продукции, так называемая компенсационная сделка. Уверяю вас, что в этом деле проигравших не будет. Любопытная идея. Правительство ждет от нас конкретных предложений. Соглашайся, Женя. Дело здесь в масштабах России, матушки. Очень рад, мистер Викас. Добрый день, господа. Мы пригласили вас, потому что будущая инфляция может задеть и ваши интересы. Садитесь, пожалуйста. Мы предлагаем вам, Джордж, объединиться. Взамен вы получите контроль над химической промышленностью в некоторых странах Латинской Америки. Тогда кому-то придется несколько потесниться. Ради единства мы согласны пойти на неудобства. Не забывайте, Джордж, мы с вами из одной команды. Предложение очень заманчиво. Однако, чем я буду обязан, господа? Вам, очевидно, не следует искать рынков сбыта в России и прилагать там свои капиталы. Вы усиливаете наших противников экономически, а значит и политически. Джентльмены переоценивают мои скромные возможности. Однако я с пониманием отнесусь к вашему предложению. Признателен за доверие. Я должен все обдумать. Разумеется. И все же поторопитесь. Деньги обесцениваются, если они никуда не вложены. Мне было приятно встретиться с вами, господа. Внимание, господин Викас, прибывший из Соединенных Штатов рейса 7688, вас ожидает машина «Чайка» номер 2789. Или это поразительное легкомыслие, или фантастическая уверенность в своих силах. На следующий день после нашей встречи Викас прилетел в Москву. Он объявил тихую войну. Если он подпишет соглашение с русскими, наши исследования в области подземной газификации придется остановить. Мистер Клювер, должен вам сообщить, как одному из держателей акций, что наша фирма затратила на исследование около 14 миллионов долларов. Пока я не понимаю своей роли в этом деле. Надо выбить Викаса из игры, хотя бы на несколько месяцев. Тем временем наши специалисты закончат разработки. Если Викас купит лицензию русских, он начнет строительство десятков станций. Наши разработки уже никому не понадобятся. Так я вас понял? В случае вашей удачной миссии в Москве, я обещаю отличную карьеру в нашей фирме. Попытайтесь расстроить сделку или затянуть переговоры как можно дольше. Сделайте вид, что вы хотите у них что-то купить. Дело в том, что я плохо знаю их рынок.
Я это предусмотрел. С вами поедет журналистка, специалист по экономике России. Правда, весьма левых взглядов. Вы уверены, что это подходящий вариант? Без сомнения. Ее взгляды подчеркнут вашу лояльность. Русские очень чувствительны, особенно когда речь идет о политических убеждениях. Мисс Стайн, добрый день. Корреспондент Business Week, мисс Бетти Стайн. Специалист по русским экономическим проблемам. Здравствуйте. Мистер Рон Клюгер. Вы совсем не похожи на бизнесмена, мистер Клюгер. Называйте меня Рон, ведь нам предстоит увлекательное путешествие. Поездка в Россию представляет для меня прежде всего деловой интерес. До свидания. Надеюсь, я буду получать регулярно от вас информацию. Желаю удачи. Америка ценит победителей, мистер Клюгер. Хорошо строят. Да еще здесь, в тайге. Будущий центр нашего промышленного комплекса – Печорск. Гордость исполкома и местных зодчих. Вы надолго к нам? До тех пор, пока порядок на станции не наведете. Но дорога на станцию, это как по-вашему? Можно было отремонтировать? Руки не доходят. Что будем делать? Что будем делать? Если не выберутся, пошлем за трактором. Не впервой. Это у нас часто случается. Братцы! Вылезай, вытаскивать будем. А мы не обязаны. Нас сюда послали профилактику на станции сделать. Ну что же, может, вы и правы. Шеф! Бревна надо найти. Или хворост какой-нибудь. Давай. До вечера собираетесь сидеть здесь? Давай толкнем, ребят. Вылезай. Не бойся ты. Давай, за руку. Раз, два. Ух ты, грязище. Пойду подмогну, неудобно. А вам что, особое приглашение нужно? Ну-ка, вылезайте! У себя командуйте. Вы бы своим делом занимались. А я вот не своим занимаюсь. Как вы думаете, почему? Ну, об этом пусть другие думают. А потому что порученное вам дело вы делаете плохо! Да нет. Почему вы на меня так смотрите, мисс Бетти? Я наблюдаю.
Вот уже 3 дня, как мы приехали в Москву. Бизнесом вы не занимаетесь, мистер Клюгер. Может, вы агент ЦРУ? Ох, это проклятая разница во времени. Сегодня я наконец-то выспался. А ваша жена не ревнует? У нас с ней, как бы это вам сказать, деловой союз. Она неплохая женщина и хорошая мать. 10 лошадей купил мальчишка. Деньги на ветер швыряет. Пыль в глаза пустить хочет. Вы о ком, Джордж? Клюгер. Я его насквозь вижу. Мой дорогой внук Элви. Меня, профессионального автогонщика, хотят обойти на вираже. Ставлю доллар против ореха. Проблема газификации — вот основное, ради чего он сюда приехал. Продолжайте. Срок лицензии, по их предложению, будет действительно в течение 16 лет. Остается неясным вопрос, насколько эффективно удаляется сера из этого угля. На этом надо сыграть и попытаться сбить цену. Это вы возьмете на себя, Гарри. Я еще раз повторяю вам, наше министерство крайне заинтересовано в этом препарате. Английское средство Венарутон только рассасывает тромб. А то, над чем работает доктор Краева, даст универсальное решение проблемы. Я не читаю вам лекцию. Нет, я говорю в нормальном тоне. Нет, не приказываю, не имею права, к сожалению. Учтите, буду звонить вашему министру. Что дальше, Владимир Васильевич? Сейчас. Коля, минуты через 2-3 после начала переговоров идет домашняя заготовка, ваш анекдот. Какой? Он у вас только один. Виктор Николаевич, пожалуйста, введите подробный протокол и тоже участвуйте в беседе. А то вы взяли манеру отмалчиваться. Уверен, они встанут на дыбы насчет золотой оговорки. Точно. Это они могут. Я не миллионер. Я не могу позволить, чтобы мы страдали от их девальвации. Как только курс доллара начнет падать, сумма сделки должна автоматически увеличиваться. Прошу это четко усвоить. Совершенно с вами согласен. Каковы сроки переговоров? Думаю, не больше недели. Ничего в них сложного нет. Это схема? Да. И, наконец, самое главное, ребята. Сегодня никаких обещаний. Ясно? С огнем играем. Точно. Да, с огнем. Мы должны выгодно продать эту лицензию. Имеем все основания. Должны совершенно точно уяснить, что нам нужно от русских и от их лицензии. Технологию или опыт работы. У нас в стране еще никто не занимался подземной газификацией. Аналогичную разработку ведет General Oil. Совершенно верно. Поэтому необходимо выяснить любыми путями. Я повторяю, любыми путями. Является ли Клюгер держателем акций General? Я уже собрал информацию по этому поводу, шеф. У него нет ни одной акции в этой фирме. Вы прекрасный работник, Алан. Спасибо. У них несколько станций уже работает в течение 40 лет. Значит, у них есть опыт. Культура работы, культура производства. Нам необходимо добиться исключительного права на строительство подобных станций в других странах. Русские могут на это не пойти. Думаю, вам не надо решать за русских. За всю технологическую документацию они просят 2,5 миллиона. Надо предложить им 3 за исключительное право. Совершенно верно. За право пользования лицензией в течение 16 лет с процентами они просят 200 миллионов. Плюс золотая оговорка на случай, видите ли, девальвации. А? Дерут не хуже General Oil. Да. Я всегда говорил, советский рынок — самый трудный рынок в мире.
Телекс, пожалуйста. Угу. Спасибо. Наташа. Да? Свяжитесь с нашим торгпредством в Лондоне. Пусть они и срочно сообщат сведения об этих компаниях. Угу, это хорошо. Во-первых. Наташа, у вас нет сигареточки? Для вас нет, Николай Степанович. Ха. Пожалуйста. О. И второе. Подготовьте, пожалуйста, свечи. Коля, сколько раз я тебе говорил, пора заводить собственные сигареты. Ну ладно, поехали дальше. Викуса посадить здесь? Нет, лучше сюда. Здесь открывается вид, пусть любуется. Я сяду здесь, его ребята по левую сторону. Так, сигареты, боржоми. Цветов и музыки пока не надо. Владимир Васильевич, мы что-то суетимся сегодня. Вы не беспокойтесь, все будет в норме. Мистер Викас, glad to see you in Moscow. Рад вас приветствовать здесь, в Москве, мистер Викас. It's a pleasure. How did you do, gentlemen? This way. I am following you. Had a good rest. Как отдохнули? Oh, thank you very, very much. Спасибо, великолепно. Well, please sit down. Садитесь, пожалуйста, мистер Викас. Благодарю. Я сяду там. Well, gentlemen. How do you like the weather, sir? Как вам понравилась наша погода? Жара, как в Сахаре. Пожалуйста. Наташенька, можно мне Казакову, а? А что такое? У Владимира Васильевича переговоры. Переговоры? А кто у него? Американцы. Американцы? Угу. А что ж там тихо, как в могиле? Вот если первые 15 минут на переговорах с американцами никто не смеется, значит, переговоры провалились. В этот же день делегация французских студентов отбыла в Новороссийск. Сегодня на международной выставке в Сокольниках день подписания контрактов. Представители ряда известных зарубежных фирм подписывают соглашение с объединениями Внешторга СССР. Mr. Kazakov, why have you proposed this license to me? Почему вы решили предложить лицензию мне, а не, предположим, компании General Oil? Мы ценим ваше отношение к нашей стране, мистер Викас. Мы не забыли наши деловые контакты в 30-е годы. Трудные для нас годы. И, наконец, мы хотим помочь вам сегодня справиться с сырьевым кризисом. Энергии и сырье уже никогда не будут дешевыми. Кризиса не было и нет. Просто мы не любим экономить. Американцы не могут отказать себе в том, что уже имели. У вас суровые законы о нарушении ландшафта местности. Наш способ сохраняет ландшафт. Мы много поработали, пора и отдохнуть.
Just a moment. Минутку. Коля, давай кино. Ничего нового, мисс Бетси. Как видите, я вам не сообщил. Вы удивительно умеете обходить острые углы, мистер Казаков. Это что, черта всех советских бизнесменов? Мне казалось, что только начинающие журналисты надеются на сенсационную информацию. Вы на полпути к истине. Нашей публике нужны либо сенсации, либо... Готовы рецепты на будущее, но в любом случае я рассчитываю на самого примитивного читателя. Владимир Васильевич. Наташа, я уже сказал, я занят. Извините. Но так же все-таки продвигаются ваши переговоры о подземной газификации. Я бы сказал так. С переменным успехом, как всякие переговоры. Думаю, что они будут успешные, ибо мистер Викас надежный партнер. А что вы можете сказать о господине Клюгере? Это что, ваша запасная лошадка? Я этого не говорил. Думаю, что у него карты в порядке. У меня чутье, мистер Казаков. Я думаю, что вам не следует упускать его из виду. Не забудьте подарить несколько экземпляров журнала. Непременно. Право первой публикации остается за вами. Благодарю. Вы любите рекламу? Скорее, правдивую информацию. Счастливо. До свидания. Наташа, что с вами? Вы входите в кабинет, когда я вас не вызываю. Извините, Владимир Васильевич. Но в вестибюль вас ожидает товарищ из института Склифосовского, доктор Краева. Она сказала, что если вы не позвоните в министерство, эксперименты могут остановить. Что же вы раньше не сказали мне об этом? Ну вы же меня выставили из кабинета. Hello. I've shipped the horses. Лошади отправлены. Oh, the herd is beautiful. Прекрасный маленький табун. No, not dear. Нет, недорого. The old man's already bargaining. Старик уже начал переговоры. You shouldn't be upset. I'll do my best. Вы не должны беспокоиться. No. Я сделаю все, что в моих силах. Difficult. Хотя дело очень серьезное. Yeah, Miss Stein is да, really мисс Стайн отличная помощница. Она меня сама познакомила с ним. What? Что? Oh, I've got a solution. У меня есть решение. Думаю, оно будет эффективным. Do you remember my request? Вы не забыли о моей просьбе? Thank you very much. Хорошо, спасибо. No. No, no. Нет, нет. У меня надежный канал информации. Скользает от меня, я не пойму, в чем дело. Странно, когда я встречалась с ним в Вашингтоне, он держался более свободно. Думаю, что его переговоры с Виксом зашли в тупик. Ты хочешь сыграть на этом?
сделка с русскими подобна браку, который нельзя расторгнуть и невозможно сделать приятным. Умоляю, помоги. Никакой стоящей информации. Мне кажется, статья твоя должна быть драматичной. Мировая торговля не менее беспощадна, нежели война. Великолепно. Могу поделиться с тобой некоторыми сведениями. Но при одном условии. Согласна на все условия. При одном условии. Без ссылок на мое имя. Викас прекрасный человек, хотя во многом и старомоден. Но мне кажется, что он играет партию, которая уже давно проиграна. Ты слышала сегодня прогноз погоды? А что, будет дождь? Сегодня утром синоптики объявили: не бросайте денег на ветер, мистер Викас. Это все, что ты хотел мне сказать? Кто из нас все-таки служит в ЦРУ? Викас на этой сделке может потерять 200 миллионов и приобрести репутацию неудачника. 200 миллионов сумма предстоящей сделки. Я это только предположил, Бетси. Самое удивительное то, что Казаков знает о разработках General больше, чем Викас. К тому он страшно торопится на переговорах. Я напишу из достоверных источников. Мне тоже показалось подозрительным, что Казаков всячески избегает разговора о сделке. Черт подери. Войдите. Доброе утро, Рон. Здравствуйте, Аллан. Через 2 дня Викас едет смотреть станцию газификации. Ну что ж, может, это и к лучшему. Свяжитесь с клиникой Веллингтон. Необходимо, чтобы Викс уже сегодня получил оттуда известие. Правдивое, как бритва. Это почти невозможно. Врачи сообщают диагноз только самому пациенту, если он на этом настаивает. Это жестокая честность. Хорошо оплачивается клиентам. Не скупитесь на расходы. Если вам удастся, на этот раз вы получите акции компании General Oil. Спасибо. До свидания, Рон. До свидания, Аллан. Я надеюсь на вас. На войне? Как на войне, мистер Викас? Лондон? Лондон? Now, what the hell do you want? Какого so же черта в такую рань? Who? Is it Wellington? Клиника Веллингтон? Well, Vickers is here. Vickers слушает. In Moscow, another week. В Москве еще неделю. Вы уверены в диагнозе? Нет, я к вам не приеду.
Я плачу вам за правду, а не за ложь. Да при чем здесь скидка? Сколько мне осталось? Я спрашиваю, и вы должны мне ответить, черт бы вас побрал. Сколько мне осталось? Я к вам не приеду. Алан, простите, что я вас разбудил. Нет, все в порядке. Завтра, вернее, сегодня утром, закажите билеты до Женевы на ближайший рейс. А меня, черт возьми, не интересует, какое это впечатление произведет на русских. Я раздумал. Так и объясните Казакову. Извинитесь перед ним. Опять промах. Не огорчайтесь, мы же не на пневмобур играем. На испытательном полигоне наш пневмобур по основным показателям обошел своих конкурентов. Рон, давайте на интерес. Иван Николаевич, не советую. Вы не боитесь? Боюсь, конечно. Но если я проиграю, то я покупаю ваши знаменитые пневмобуры. А если я выиграю, мы едем на полигон и смотрим машину в действии. А если вы проиграете, ну, тогда вы возвращаетесь домой с ящиком столичной. Ну как? У вас же зарплаты не хватит. Идет? 10 раундов. Согласны? Начинайте. Спэр. Я сегодня в ударе. Берегитесь, мистер Овчинников. Вам, как всегда, везет. Предлагаю ничью, мистер Овчинников. Я пошлю на полигон своих экспертов. Соглашайтесь, Иван Николаевич. Вы великодушный, Рон. Я оценю это, но игра еще не кончилась. Страйк? Да, но слишком поздно. Дубль страйк. Такое редко увидишь в наших краях. Вам дается право на дополнительный шар. Я знаю, Рон. Ну, а теперь следите за рукой. Ha 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 ha!
Ну как, ты все-таки поедешь в Швейцарию? Ну, придется. Смотри, смотри. Это поразительно. Вы, наверное, чемпион России по боулингу. Я, дорогой Рон, еще до войны работал в Амторге. Наша контора находилась на Мэдисон-авеню. Месяцами от тоски изнывал. Вы с нами не хотели торговать, вот я и выучился. Сейчас, правда, рука не та, да и стар стал. Когда мы едем? Сегодня вечером. Билеты и гостиницы уже заказаны. Не упустите момент, Рон. Пожалуйста, Рон. Два сока, пожалуйста. Володя, на минуту. Я насчет Швейцарии. Слушай, зря ты на рожон лезешь. Тебя только назначили председателем объединения. Ну, вернешься ни с чем. Как на это посмотрим? Иван Николаевич, ну вы же знаете, Викос особый случай. Понимаю, но такие люди, знаешь, не поступают опрометчиво. Если он с нами порвал, то на это есть веские причины. И вот еще что. Не принято в нашей практике бегать за партнером. Я чувствую, что здесь что-то не так. Нестандартная ситуация. Все произошло слишком поспешно. Его отказ и отъезд. В общем, нужна встреча с Викосом, его глаза. Надо, наконец, понять, кто автор этой грязной игры. Ну, смотри, смотри. Achtung bitte, die Fluggäste der Lufthansa 6.42 nach Hamburg und London, Abflug 12.05, werden zur Maschine gebeten. Я представитель внешторга СССР. Мы вас давно ищем. Вы от нас уже дважды уходили, мсье Видаль. Какой к черту Видаль? Документы хоть посмотрите. За что вам только деньги платят? Отойдите, пожалуйста. Может, он не прилетел? А телекс? Куда же он девался? Осторожней, осторожней. Я заявляю протест. Требую пригласить сюда нашего консула. Пригласим непременно. Скажите, куда вы спрятали партию героина? Подарил вашему шефу. Наш шеф взяток не берет. Неужели? Настоящий преступник сидел в самолете как раз впереди меня, 17-й ряд, вместо С. Откуда вам это известно? Да у него рожа была такая. Что? Когда ваши ребята приходили с досмотром, он держался спокойнее, чем все остальные. Но это не аргумент. А когда предлагали спиртные напитки, он все время отказывался. Ну что? Не знаю, его нигде нет. Вот мсье Видаль, сэр. Партия героина обнаружена в его багаже. Где он сидел в самолете? 17-й ряд, место С. Жду ваших извинений, сэр. Элви, my friend.
знаете, я догадываюсь о причине вашего приезда ко мне. Очевидно, ваша карьера под угрозой. Но, увы, я ничем не смогу вам помочь. Да, вы правы. У меня неприятности. Но я приехал, чтобы задать вам только один вопрос. Почему вы так поспешно решили отойти от дел? Поезд уже ушел. Поздно. Пожалуйста, скажите Элви, чтобы он не бегал так быстро, ему вредно. За лекарство спасибо. Мы уже все испробовали. Элви! Дедушка просит тебя не бегать так быстро! Хотите виски? Прошу. К сожалению, я не могу за вами ухаживать. Лучше джуз. Угу. Будем откровенны, мистер Викас. Зовите меня Джордж. У вас принято называть по фамилии. У нас проще. Хорошо. Джордж. Прекрасный сок. О, это мой собственный рецепт. Хотите, я вам его подарю? Спасибо. Ну вот, ты говоришь, я богат и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Это про меня. Я богат и нищ. И слеп к тому же. Что произошло, Джордж? Я вас не узнаю. Вы цитируете Евангелие. Бизнес ушел, осталась религия. Вы знаете, если бы мне сейчас сказали, Джордж, вот тебе твоя жизнь. Белый лист. Начинай все сначала. Я бы жил по-другому. Как же? Не знаю. Но по-другому. Я серьезно болен, мистер Казаков. А знаете, Джордж? Вы не хотели бы проверить диагноз? В Москве я мог бы организовать вам представительный консилиум. Причем совершенно бесплатно. А вы знаете, о чем я думал, когда летел сюда? Я думал о том, что мы с вами похожи друг на друга. Интересно, чем мы похожи? Да-да, похожи. Несмотря на то, что исповедуем две противоположные системы и не откажемся от этого никогда. Я внимательно слушал вашу речь в Москве. Настоящий бизнесмен – это рыцарь прогресса, сказали вы тогда. И я подумал, вот человек, который искренне за то, чтобы объединить наши усилия. И тогда мир станет чуточку лучше. Вы больше идеалист, чем я, мистер Казаков. Жаль. Я хотел заинтересовать вас колоссальным энергетическим районом. Лицензия газификации – это велосипед рядом со сверхзвуковым самолетом. Джордж, я предлагаю вам контракт до 2000 года. Все это прекрасно, но уже без меня. Мне очень жаль, Джордж, что сотрудничество наше, не успев начаться, заканчивается. Вы как-то говорили о времени, о том, что пора оглянуться назад. Мало говорить, надо что-то делать.
Подумайте о своем внуке, Джордж. Сейчас время еще есть, завтра его не будет. Взгляните на эту газету, я купил ее в аэропорту. Извините, мне пора. У меня сегодня обратный рейс на Москву. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? И какой выкуп даст он за душу свою? Это тоже из Евангелия. Прощайте. Джордж Викас выходит из мира бизнеса. Он ускользает из медвежьих объятий русских. Дед, а почему этот русский парень так поспешно уехал? Ты его чем-то обидел? Achtung bitte, die Fluggäste der Air France 1214 nach Rabat und Casablanca, Abflug 12:30 Uhr, werden zur Gepäckabfertigung gebeten. Attention, les voyageurs pour l'avion Zurich-Casablanca de la compagnie Air France, vol numéro 1214, départ à 2h30, sont priés d'enregistrer leur bagage. Мистер Казаков? Мистер Казаков? Вас к телефону. Thank you. Спасибо. Hello. Слушаю. Мистер Казаков? Мистер Казаков? Yes. С вами хочет говорить мистер Викас. Мистер Казаков, вы забыли рецепт джуса, который вам так понравился. Какая жалость. Ума не приложу, что мне теперь делать. Вы не возражаете, если я захвачу с собой несколько ящиков? Думаю, они нам пригодятся в Нижнепечерске. А? Почему вы молчите? Я полагаю, Джордж, что нам не обойтись без джуса в Нижнепечерске. Я жду вас в Москве. Привет, Элви! Ромашки спрятались, паникли. What? Кэптон, ту водку. Yes, sir. Why? I never say no. Sure. I say yes. Сидеть, граф. Извините, я, кажется, вас разбудил. Проходите, Алан. Диагноз подтвердился, он действительно серьезно болен. Но на него это оказало обратное действие. Мы прилетели в Москву сегодня ночью. Вы со мной честно играете, Алан? Я слишком многим рискую, мистер Клюгер. Алан Макферсон не дал вам повода подозревать его в нечистой игре. Я погорячился. Извините. Когда подписание соглашения? Завтра. Но дело не в этом. Казаков сумел заинтересовать его колоссальной миллиардной сделкой. Огромный энергетический район с универсальной сырьевой базой. И если Викас согласится, то... Спасибо за информацию, Алан. Она очень важна.
Проект соглашения я хотел бы получить, возможно, скорее. Придется организовать прессу о Викасе. Постарайтесь опубликовать компрометирующие материалы. Observer, New York Times, Fortune. Ваш гонорар. Благодарю. В чем дело, Бетси? Что вы здесь делаете, Алан? Уже ничего. До свидания. Я, кажется, начинаю догадываться, Рон. Я тоже карта в вашей игре. Не так ли? Да, Бетси. И надо сказать, что твоя роль не последняя. Статья о Казакове, думаю, будет иметь резонанс. Очевидно, у молодого человека могут быть неприятности. Моя ошибка в том, что я легла к тебе в постель. Стоит возникнуть чувством, и тут же ошибка. Удивительно, не правда ли, Рон? Тебе весело? Ты, оказывается, занимаешься грязным бизнесом. Да. А что поделаешь? Бизнес не всегда бывает чистым. Ты опытная журналистка, должна помнить об этом. Мне повезло, Рон. Ты не представляешь, какой ты мне подбросил материал. Это будет бестселлер. Твоя роль тоже будет не последней. Мы живем в свободной стране, и каждый из нас делает то, что считает нужным. И все-таки я не уверен, что твою книгу опубликуют. Ты понимаешь меня, Бетси? Как никогда. Ты угрожаешь? Предостерегаю. Я отношусь к тебе с нежностью, и мне было бы больно, если бы у тебя возникли серьезные осложнения. После наших статей его акции пойдут вниз. Викас не та фигура, чтобы испугаться понижения. Надо помочь ему испугаться. Если он подпишет долгосрочное соглашение с русскими, он будет стабилен как никогда. Особенно после смерти. Сыграем на понижение. Жаль старика, но другого выхода не вижу. Будем скупать его акции до приобретения контрольного пакета фирмы. Сколько процентов? Думаю, не менее 30. Старик станет неплатежеспособным. Русские сами не захотят иметь с ним дело. Это большие деньги. И все же мы выиграем. Викас обязательно приползет к нам, у него не будет другого выхода. Если успеет. Не он, так его наследники, какая разница? Подписанное соглашение по газификации угля – это лишь первая ступенька на широкой лестнице нашего сотрудничества. Прибыль, которую вы получите через несколько лет, с лихвой покроет незначительные затраты по нашему соглашению. Незначительные. А 180 миллионов – это уже не сумма. Мистер Викас, если вы согласитесь принять участие в освоении Нижнепечерского комплекса, то потребуется куда больше капиталов. Если объем строительства таков, как вы о нем говорите, я обеспечу финансирование. Через Национальный банк? Наш Национальный банк – это учреждение, которое выдает зонтик в ясную погоду и забирает его во время дождя. Когда мы едем смотреть ваш Клондайк, вот это деловитость. Завтра утром, мистер Викас. Гарри, не забудьте отправить ящик Джуса. От него мистер Казаков в восторге. Thank you.
Ваша система газификации, мистер Казаков, очень проста. Даже слишком. Как все гениально, мистер Эггис. Благодаря нам вы приобретете устойчивость на десятилетия вперед. Вам позавидуют Морганы и Дюпоны. Вы полагаете, что без вас я плохо стоял на ногах? Господин Викас, прошу к столу. Сергеенко, прошу. По вашему желанию, прямо из Москвы. Пожалуйста. Добрый день, господа. Что случилось? Нам надо срочно возвращаться, мистер Викас. В чем дело, мой мальчик? Наши акции резко пошли вниз, их продают за бесценок. Объявите об этом еще по радио на весь мир. Черт побери. Извините меня. Я очень взволнован. Верните Казакова. Хороший вы дуэт организовали. Он молчит, а ты его покрываешь. Рябинина подвели. Вошел с предложением в Совмин. Его поддержали. Отметили политическую важность соглашения. Он сегодня мне звонил. Настроение приподнятое. А у меня язык не повернулся объяснить ситуацию. Что там в дверях пробурчал? Это из Шекспира. Грехи людей мы режем на металле, их доблести мы пишем на воде. Значит, по Шекспиру выходит, тебя отстранили от переговоров по Нижнепечерскому комплексу незаслуженно. Сергей Андреевич, отстранили, дело с концом. Чего уж тут? Ушел с гордо поднятой головой. Садись. Галстук поправь. Слушай, ты так и не понял, в чем твой просчет? Твоя ошибка в том, что ты не учел конъюнктуру и не подготовил запасной вариант. Сегодня уже немцы, японцы и канадцы ищут возможность вложить свои капиталы в крупномасштабные сделки с Россией. А Викас не футболист. На скамейку запасных его не посадишь. Ну вот, опять шуточки. Иван Николаевич, кто же мог предположить, что Вика с его капиталами может закачаться? А надо было предположить. Ты не только торговец. Ты дипломат, политик. Шахматист, наконец. Обязан считать варианты. Все-таки я думаю, что мы поторопились, позволив Викасу уехать. А кто это мы? Владимир Васильевич, что же ты выходишь, что все виноваты, один только ты ни при чем? А потом объясните, пожалуйста. Почему вы даете интервью в зарубежные журналы, разглашая при этом сумму сделки? Сергей Андреевич, поверьте, я сам не могу понять, откуда Бетси Стайн могла взять эти данные. И, наконец, ну что это за история в таможне? Не было никакой истории. Просто с моей помощью стало на одного торговца наркотиками меньше. И только? А вам не пришло в голову, что вас хотели скомпрометировать? Что Казакова хотели вывести из игры? Да. Владимир Васильевич, вы председатель крупного объединения. У вас годовой оборот больше 7 миллиардов. Этим все сказано. Да, все не так просто.
сколько понадобилось усилий, чтобы наступила разрядка, но нам мешают всячески. А у разрядки есть свои рифы, и вот ты на них напоролся, потому что слишком поторопился. Мы, конечно, ценим в тебе чувство юмора, но... Все хорошо в меру. ВВ Казаков имеет право первой подписи. А ты-то куда в такую рань? Мне нужно по делам. Какие могут быть дела в 8 утра? Придет время, узнаешь. Скоро ты начнешь мне изменять и скажешь, что в интересах государства. Поторопись, я уезжаю. Мисс Стайн, извините за ранний звонок. Нет, это Казаков. Мне необходимо вас срочно видеть. Все объяснения при встрече. Где? Лучше всего в моей машине. Хорошо, я еду в гостиницу. Давайте знакомиться. Андрей. Какой симпатичный мальчик. Извини, Андрей. Желаю тебе успеха. Это та самая, что в «Бизнес-Вик» о тебе статью написала. Да, она. Ну, пока. Счастливо. У вас хороший вкус, мистер Казаков. Откуда вы узнали сумму сделки? И почему в своей статье сослались на разговор со мной? Вы на кого работаете, мисс Стайн? На свой журнал? На ФБР, на Клюгера или на всех сразу? Вы тоже заражены шпиономанией, мистер Казаков? Нападение – лучшая защита. Да, это вы твердо усвоили. Не станет. Мне тоже нелегко, мистер Казаков. Кончился розовый период разрядки. У нас считают, что Запад проиграл в Хельсинки, и теперь он должен взять реванш, отыграться. Никто не думал, что это может так повернуться. Почему же никто? Мы не скрывали, что соревнование идей целиком совместимо с разрядом. Странно, что у вас многие этого не понимают. Что именно? Что идеологическую борьбу можно вести другими методами. Без шантажа и фальсификации. Да, в мутной воде легче зарабатывать деньги. Инспектор ГАИ Лебедев, на полосу встречного въехали, молодой человек. Если вам недорога жизнь, подумайте о своей красивой жене. Документы. По-моему, Дженерал наши конкуренты по газификации. Об этом можно только догадываться. У вас крепкие нервы. Я искала вас. Вы были в Нижнепечерске. Я не хочу участвовать в их игре. Помощник Викаса Аллан работает на Клюгера. Они оба шантажируют Викаса. Вот как. Вы могли бы здесь, в Москве, опубликовать заявление? Если я сделаю заявление, мой журнал расторгнет со мной контракт. Может быть, позавтракаем вместе? С удовольствием. У вас есть только один выход для того, чтобы уцелеть.
Я не говорю сейчас о моральной стороне дела. Эта сторона, как выяснилось, вас никогда не интересовала. Джош. Господин Викас. Простите, господин Викас. Я понимаю, что я предал вас, но будьте великодушны. Если обо всем этом узнают в деловых кругах, мне конец. А Крюгер? Может быть, он вам поможет? У вас есть, я повторяю, только один выход. Ваш Крюгер не только мелкий шантажист, он к тому же и мошенник. Он утаивал от налогового управления в течение нескольких лет некоторые статьи своих доходов. В итоге он не уплатил управлению $250 000. Ознакомьте с этими бумагами налоговое управление, и этого будет достаточно, чтобы у него начались крупные неприятности. Да, но ведь после этого банки откажут ему в кредитах. Вам нельзя отказать в дальновидности. Но берегитесь, Аллен, если вы донесете Крюгеру, вы меня поняли? Да, господин Викас. Если вы все сделаете чисто, я оставлю вас у себя. Вы прошли хорошую школу. У вас, Аллен, рабские замашки. Это для меня новость. Я не знаю, как вас благодарить, мистер Викас. Пустяки. Зовите меня Джордж. Хорошо. Джордж. Вы удивительный человек. Джеймс, это вы? Что за идиотская привычка каждую минуту справляться о моем здоровье? Да-да, конечно, конечно, это на будущее. Подумайте о человеке, который смог бы заменить Алана. Соображения ваши сообщите мне завтра. Да, это все. Будьте здоровы. Где же ты пропадаешь целый день, а? Садись. Садись на мое место, Элви. А? Вот. Дед, расскажи мне ту историю, которую ты вчера начал. Ну, в Сиене жил богатый человек. А, да-да-да-да-да-да. Так вот, в Сиене жил некогда богатый человек. Дед, а ты ведь не собираешься умирать? Конечно, нет. С чего это ты взял, а? Ты мне все время грустные истории рассказываешь. Наш садовник говорил, что ты скоро вылетишь в трубу. Вранье, Элви. Просто эти собаки отказали мне в кредитах. А у нас в классе парень, он всем в долг дает. И ты тоже у него берешь? Ну, взял однажды. Так он такие проценты запросил. Что-что? Он такие проценты запросил. Дед, отпусти руку, мне больно. Джеймс, это опять я. У нас, кажется, есть выход. Мы обратимся к этим бандитам в Цюрихе. Эти банки берут чудовищные проценты, вы же знаете. Даже если они потребуют 12%, соглашайтесь. Почему вы молчите, Джеймс? Мистер Викас, я думаю о том, чем мы будем отдавать через полгода. Дорогой Джеймс, на следующий день после подписания соглашения с русскими наши акции резко поднимутся вверх.
Каков будет наш контрольный пакет? Доводите до 51%. Я себе представляю, как вытянутся их физиономии. Чья идея? О, одного молодого джентльмена. Да, и последнее. Если кто-нибудь из писак узнает об этом, я вас задушу. На это у меня еще хватит сил. А, Элви, согласен мне помогать делать бизнес? Конечно, если ты очень хочешь. Но мне больше нравится быть автогонщиком, как ты, когда был молодым. Элви. Что ты намерен делать дальше? У доктора Краевой скоро будет готов препарат. С тромбофлебитом, вероятно, будет покончено. Ты знаешь, мне приятно, что я тоже к этому причастен. Когда он еще попадет в наши аптеки? Вот поэтому я тороплю их с опытной партией. Я такую рекламу устрою. Они умолять будут. Да ну внедрить тебя. Его поскорее. Фантазер ты, Володька. Можешь толком объяснить, тебя отстранили от переговоров? Тебя отстранили. Наверное, опять повел себя как мальчишка. Точно в десятку. Как твои юные дарования? Есть кандидаты в сборную? Ну при чем здесь мои юные дарования? Все рушится, а он сидит и пытается острить. Почему ты мне не хочешь ничего рассказать? Сделай небольшой втык. Все будет в порядке, Валя. Все будет в порядке? Я слышу от тебя, когда у тебя не все в порядке. Извини, но я не вижу причин для моих похорон. Надо было держаться скромнее. В тени. Не лезь со своими идеями. Я же предупреждал. Алло. Владимир Васильевич? Да. Вечер добрый. Сергей Андреевич. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Твоя информация об этом Клюгере оказалась очень ценной. Я в этом не сомневался. Акции Викаса резко пошли вверх. Что он там сделал, не знаю. Но мы получили телеграмму. Он хотел бы продолжить переговоры по Нижнепечерскому региону. Поздравляю вас, Сергей Андреевич. Это я тебя поздравляю, чудак. Есть мнение, чтобы тебе довести переговоры до генерального соглашения. Но к твоим художествам мы еще вернемся. Что молчишь? В обиде на всех? На министерство, на меня? Да нет. Я же знал, что вам без меня не обойтись. Что? Ну и нахал ты, братец. В 9:00 прошу ко мне в кабинет. Есть. Кто звонил? Заместитель министра. Придумай что-нибудь поостроумнее. Горе-то мое. Господин вице-министр, вы искусно провели свой торговый корабль между Сциллой и Харибдой. Преувеличиваете, господин Викас. Вы морские волки в океане бизнеса. А мы молодые матросы на корабле торговли. Не хватает только пиратов. Их как раз слишком хватает. Мисс Стайн. Прошу прощения. Познакомьтесь, мисс Стайн. Это моя жена, Ольга. Очень приятно. У вас очаровательная жена, мистер Казаков. Я вам завидую, миссис Казакова. Улыбайтесь, дорогая Бетси. Мне ничего не остается делать. Вы скоро уезжаете. Завтра вечером. Надеюсь, мой муж проводит вас. Уверена, что мистер Казаков не оставит меня без внимания. Владимир Васильевич, да? Можно вас? Простите. Слушай, Васильевич, есть одно мнение. На днях будет подписан приказ о создании дирекции Нижнепечерского комплекса. Может, возглавишь?
понимаешь, грандиозный масштаб, ну и солидный оклад, а? Подумай. Ну, ты мужик, чистолюбивый, с головой, может, сработаемся, а? Не обижайтесь, Евгений Александрович, но не пойду. Хотя деньги нужны позарез. Володя, не торопись с ответом. Во, разумный совет. Недельку подождем, хорошо? А что, зарплата действительно стоящая? Раза в два выше. Да. Боюсь, что не смогу. Ну, подумайте. Если я уйду, ну где они еще такого председателя объединения найдут? Ну вот, опять хвост распушил. Пожалуйста, к столу. Евгений Александрович, прошу вас. Да. Прошу вас. Так ведь пусто. Воля. Прошу вас. Ну что, ну что, браво. Браво. Пожалуйста. За наше сотрудничество. За успех. Ha 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 ha